Западная Сибирь – зона рискованного земледелия. Глядя на то, как комбайны собирают урожай под снегом, понимаешь, что это не просто слова. То зима придет рано, как в 2014-м, то она никак не уходит. Так было в 2012-м и 2018-м. Еще осадки у нас всегда не вовремя. 4 года назад сезон выдался особенно напряженным. Сначала побеги едва не засохли, потом было откровенно холодно, и, наконец, будущий урожай обильно полило дождями. Выращивать хлеб за Уралом – большой риск. Если по прошлому году у нас было 33-32,5 центнера с гектара в весе после доработки, то в этом году вы 30% отнимаете, 9 центнеров. Получается где-то, грубо, 24 в среднем по району мы получим. Когда техника вязнет в полях из-за непролазной грязи, а сроки поджимают, успех зависит от нескольких факторов. Люди, которые в посевную и уборочную работают сутками, практически без сна, надежная современная техника, удобрения и, конечно, качество семенного материала. Засуха, проливные дожди или ранние заморозки – все это относится к факторам, которые человек практически никак не может повлиять. У растений есть определенный вегетационный период, то есть время, за которое происходит его рост и развитие. Если положено зерну вызревать 110 дней, то быстрее вряд ли получится. Но если посеять культуру, у которой изначально этот срок меньше и которая более приспособлена к капризам небесной канцелярии, то и погода не страшна. Этим как раз занимаются ученые-селекционеры, выводят сорта с нужными характеристиками. Что может предложить тюменская наука сельскому хозяйству? Этому посвятим сегодняшнюю программу «Большие открытия». На этом учебном поле результат многолетнего труда целого коллектива ученых Университета Северного Зауралья. Именно тут был выведен новый сорт пшеницы «Тюменская юбилейная». Он включен в госреестр допущенных к выращиванию на территории России только в прошлом году. Мы испытываем уже конечный результат. Это наши сорта, которые сравниваются с лучшими сортами области. Если они будут лучше тех, которые на сегодня возделываются в области, лучше лучших, так называемые, тогда мы вот их уже передаем в государственное сортоиспытание. Год за годом специалисты кропотливо выделяют в растениях нужные качества. Смотрят абсолютно все. Когда побеги только взошли, проверяют, насколько чистая трубочка у корешка. Белая, без пятен – показатель того, что посевы прижились. Для наших широт важно, чтобы культура была устойчива к нескольким болезням – мучнистой росе, листовой и стеблевой ржавчине. Основной показатель – это, конечно, урожайность, то есть это стабильно. То есть стабильно высокая урожайность вот на протяжении всех лет. И те гены, которые мы заложили, то есть да, мы их отслеживали все 12 лет, определяли, то есть да, они там есть, и пока этот иммунитет, эти гены держат. Чтобы получить новый сорт, надо не меньше 12-13 лет. Ускорить этот процесс практически невозможно, ведь новые качества закрепляются в растениях с каждым следующим сезоном. Если, к примеру, снизить стекловидность, ее определяют с помощью этого незамысловатого прибора, то можно повысить выход муки из зерна. Чем менее прозрачные зерна, тем лучше. Этим занимаются зимой, а весной семена попадают в почву. О том, что выведение новых, более приспособленных к нашему климату культур – дело важное и нужное, говорят цифры. К примеру, до Великой Отечественной войны тюменские хлеборобы с 1 гектара получали в среднем всего лишь 20 центнеров. К 60-м годам, благодаря внедрению новых сортов, показатели возросли до почти 23 центнеров. За следующее десятилетие урожайность прибавила еще 25%. Тогда как раз стали появляться разработки местных ученых. К 95-му году средние цифры приблизились к 30 центнеров. В 2000-х рост продолжился. Все это время происходило обновление сортов. Сегодня средняя урожайность, которую получают в Тюменской области, равняется почти 34 центнерам с гектара. Итого за 80 лет, благодаря внедрению новых прогрессивных культур, цифры возросли в 1,5 раза. На сегодня в мире существует 1000 различных видов пшеницы. У каждого свои качества. Но все они делятся на две большие группы – твердую и мягкую. Последняя лучше растет в увлажненном климате. Имеет более рассыпчатую структуру с минимальным содержанием клейковины и хорошими вкусовыми качествами. Неудивительно, что она прекрасно подходит для сдобной выпечки. Твердая уступает мягкой по урожайности, но лучше растет в более сухом климате. Мука из такого зерна применяется для производства макаронных изделий.
Получение нового сорта – процесс творческий. Исходным материалом выступают существующие культуры. Это как пазл. Чтобы добиться нужного качества, надо отобрать самые сильные семена. Одно растение скрестить с другим и ждать, когда результат проявится в следующем поколении. Собирать эту мозаику селекционерам помогают генетики. В университете Северного Зауралья составляют карту генов существующих сортов. С ней сделать большие открытия проще. Мы выделяем гены, мы смотрим уже, какие гены присутствуют в том или ином гибриде, в том или ином сорте, уже заранее знаем, то есть что с чем мы уже можем скрещивать, то есть и в будущем уже какой результат мы получим. То есть вот именно основное отличие марки ориентированной селекции от традиционной, то есть мы ускоряем процесс, то есть мы уже до 10 лет, то есть намного раньше можем вывести сорт новый. В Тюменском госуниверситете ученые также работают, чтобы дать селекционерам качественный исходный материал. На этой грядке 4 поколения пшеницы. Слева родительская, так называемая исходная форма. Все, что правее, получено в ходе экспериментов. Здесь такие растения, у которых так называемый спиртоидный колос. Они, в общем-то, колос узкий, тонкий. Зерна в нем, как правило, мало, и, казалось бы, неинтересно. Но у них очень высокое содержание белка, и мы рассчитываем на то, что это очень ценный исходный материал для селекционеров и при создании сортов, и поэтому вот ведем и дальнейший отбор, оценку. Объемы небольшие, потому каждое растение на вес золота. Мы должны выбрать 5-10 случайных образцов и измерить количество хлорофилла у них в листьях. Сейчас я продемонстрирую, как это. Берем один листочек, зажимаем в зубья прибора и смотрим на показатели цифр. В данном случае прибор показал нам показатель 56,4. Это несколько выше нормы, но более-менее укладывается в показатель, который мы получали в предыдущие года. По содержанию хлорофилла определяют продуктивность растения и его способность адаптироваться к окружающей среде. Чтобы получить для селекции семена с новыми качествами, здесь применяют экспериментальный мутагенез. Обрабатывают зерна химраствором, который вызывает мутации. Они ведут к тому, что из таких семян вырастают растения с улучшенными признаками. Они больше, у них могут быть другие цвет и вкус, повышается способность противостоять болезням. Что касается пшеницы, тут использован еще такой подход. Наряду с мутационной изменчивостью мы пытаемся добавить еще рекомбинационную. То есть сначала получаем гибриды, затем эти гибридные семена обрабатываются мутагеном. И, как показывают наши результаты, это очень эффективно с той точки зрения, что после обработки гибридов спектр мутаций, спектр изменений, он значительно шире. И, кроме того, сама частота мутаций увеличивается, что, в принципе, важно. Конечно, нельзя предполагать, что все мутации только полезны. Много тех, которые, для селекционной практики, как исходный материал, непригодны. В Тюменской области ведущим научным учреждением, которое вплотную занимается проблемами создания новых, более адаптированных к нашим условиям сортов, является НИИ Северного Зауралья. Работа в этом направлении ведется с середины прошлого века. За это время в институте создано более 70 сельскохозяйственных культур. Свыше половины посевных площадей в регионе засеяны сортами, созданными именно здесь. Можно ли получать в условиях рискованного земледелия до 100 центнеров зерна с гектара? Об этом мы спросили у директора научного заведения Евгения Петровича Ренева. Евгений Петрович, как можно ускорить выведение сорта? Есть ли какое-то оборудование, может быть, которое помогает это сделать? Селекция, поскольку это творческий процесс, здесь ускорение возможно только, если используешь современное оборудование, которое позволяет оценивать там передачу какой-то генетической информации созданному исходному материалу, но это только можно оценить по ряду узких признаков. А вот чтобы создал там какой-то гибридный материал и сразу сказал, что это новый сорт и оценил его параметры, такого, конечно, оборудования нет. Наши климатические условия довольно схожи с канадскими. Есть ли такая вероятность, что их семена могут появиться у нас здесь?
Да, конечно, могут. Точно так же, как хотелось бы посмотреть, как наши сорта поведут себя там, потому что понятно, что схожие условия, но наши сорта, вот оценивая текущую ситуацию с конкуренцией там, среди по селекции зерновых культур, я скажу, что наши сорта, они ничуть не хуже и вполне конкурентны с аналогами там, зарубежной селекции. Какие направления в селекции сейчас наиболее актуальны? Ну, вот я один из признаков назвал, это пластичность. То есть сорт должен одинаково хорошо себя чувствовать в Тюменской области, я уже буду по областям просто идти, там в Омской, в Курганской, может быть, в Иркутской, в Якутии, значит, там, ну, это уж я как крайний, но тем не менее, он должен себя достаточно хорошо чувствовать, давать хороший урожай, конкурировать с теми стандартами, которые там есть, или с теми сортами, которые там выращиваются. Поэтому это вот одно из основных требований. Это не признак, это требование к сорту. Значит, если оценивать о каких-то качественных параметрах, понятно, что нужны сорта с хорошей клейковиной, чтобы можно было печь хороший хлеб. Можно ли у нас здесь, в Тюменской области, в Сибири, получать урожайность до 100 центнеров с гектара? В свое время мы рассчитывали максимально возможную урожайность, которую можно получать именно по пшенице в Тюменской области. Вот по фотосинтетически активной радиации можно получать даже больше 100 центнеров с гектара. Но вопрос встает о максимально возможной и экономически оправданной урожайности. То есть те затраты, которые нужно понести на то, чтобы получить 100 центнеров с гектара, они, конечно, могут быть и иметь отрицательный экономический результат. Поэтому здесь хозяйство все-таки ориентировано больше на экономику выращивания. Селекция растений сегодня для человечества имеет крайне важное значение. Меняется климат, население планеты увеличивается, поэтому для растений, которые мы употребляем в пищу, требуется генетическое разнообразие. В любой момент может появиться болезнь, которая способна уничтожить определенный сорт той же пшеницы, и тогда мы лишимся части важных продуктов. Большие открытия ученых способны защитить нас от возможных неприятностей в будущем.